Всем привет! Всем доброе утро! Напекла я уже булочек. Таких, это с творогом. Мы уже попили чаю. Такие с сахаром, с маком. Ватрушки. Полный противень. Что-то у меня сегодня такое развелись. Так, как хорош творог был. И много сделала. И поставила еще 4 штучки в сковородке булочки. Утром занялась маслом. У меня творог тут немножко остался. Сейчас буду его на весах измерять. Вот на этих. Делать буду пол. А, у меня еще здесь сбилось масло. Сейчас я его подниму. Вот так. Еще здесь сбилось вот масло. Делаю по полкилограмма. Ну, потому что удобно. Килограмма очень много, а полкилограмма нормально. Также приготовила пакетик. Все, вот так кладем. Делим пополам. По 500 грамм получается. Вот один кусочек у меня готовый, 500 грамм. Я его промыла, все. Все его кусочек такой сделаю. И все. Возьму немножко так. Немножко потом был такой сильно круглый. Убиваем сюда в пакетик. Так, еще раз измерим. 500. Кусочки здесь по 500 грамм. Тут вот осталось грамм. 44 грамма. Сейчас его промою холодной водой. Еще воду и буду мыть его. Промыла кусочек 600 грамм. Там еще добавлю. О, ровно. Угадала, ровно 500 грамм. Вот все, вот кусочек у нас готовый будет. Сяду по утрам. Все, сейчас это все убегу, приберусь на кухне, все. И буду варить дальше суп. Вот у меня 1,5 килограмма масла получилось. Поставила мясо вариться. Надо сейчас сходить в огород и накопать свежие картошки, потому что старое уже кончилось, все. Решили мы копнуть картошку, посмотреть, какая она.
Масла хорошая так. Масла крупная. Вообще. Покушено хорошо. Очень даже хорошо. Такая картошка. Вообще. Ух, нифига. Так. Да, наверное, экскаватор целый. Вон, наверное, пошла. Вот, видишь? О! О, нормально. Вот эту пусть. Свеженькую копнуть решили, да? Нормально вообще. Еще до этого. Она вот она, вся на виду, смотри, на виду. Можешь да. Не копать. Мне даже ну, хватит на суп эту картошку одного гнезда. Ну давай еще. О. О. Давай, давай. Давай я. Видео сказать. Ставишь? Давай. Давай, Як. У меня руки просто уже. С одного гнезда, да, практически целое ведро. Вообще неплохо, да? Перцы. Начали поливать нашим раствором из навоза. И вот уже лучше стали, да, краснеть перцы? Да? Ух, я... Что? Угу. Два раза ее хватит. А еще не сентябрь, всего лишь август. Хорошая картошка. Она и не немного. Это не оббивается. Ну и еще месяц ей посидеть. Теплая, да? Гигантская. Сегодня мы закололи бройлеров, часть. Пять штук. Пять штук, да. Мужиков. Петухов. Мужиков. Уже общипали их. Сейчас взвешиваем, сколько, ну, вообще. Будет один бройлер. Угу. Приготовили весы. Как она нажимается? О. 4,5. Так, наверное, проволоку надо, да, какую-то? Подвешай его. Сейчас посмотрим, сколько килограмм. 4. 200. На 4 с чем-то. 4,5. Да. Нет, смотри. 4, 5, 6 идет. 5 килограмм, значит. 5 килограмм. 4,5. 4,5 килограмма. Вот этот. Ну, эти, значит, плюс-минус, да? Угу. Первый год, когда мы держали, они по 8 и по 9 килограмм они были. У нас где-то даже видео про это есть. Да. Точно? Ну да, вот это тоже около 4. Это 4, ровно. Ну. 4 килограмма. Ну вот так вот примерно. 3 килограмма. Получается, да. Ну это не все, еще потом будем колоть. Ну. Оставишь. Вот сейчас их надо будет разделать все и убрать в морозилку нашу. Перемыть еще раз. Кормили их отрубями. Потом, когда появилась корова, мы им ставили молоко, простоквашу, хоть картошку, все-все подряд ели они. Ну, на свободном выгуле. Просто на свободном выгуле они, вот видите, жира у них мало получается. Да. Да? Мы одного уже
пробовали, кушали, вкусные, да? Да, мягкое все мясо. Все, разделались с бройлерами. Я их уже сковала сюда. Да. Вот такая вот морозилка, полностью заполнена. Всем. Всем подряд. И мясом, и маслом, и творогом, да. И мясом, и ягодами. Правильно ты сказала, что нужно еще одну морозилку, да? Специально, отдельно для молочного. Да, потому что... Для ягод. Да, чтобы такой наш бы, как холодильником. Ну, еще ящиками бы по отдельности, что там одни там ягоды лежат, а там нанизу дальше эти идут все. Это, считаем, еще завтра закроем, она всем полная будет. Вот такую купили для сахара. Какой для сахара? До муки? А, для муки, ну, точно. А мы еще хотим купить такую для сахара. Да, вот мука. Мука недавно ездили, купили муки. Первый, ой, высший сорт. Решил я попробовать гребешки, короче. Вообще существует старинный русский рецепт из гребешков, петушков. Но у нас гребешков мало. 5 штук. Да. И мы не будем заморачиваться, вот, ну, делать по этому рецепту. Мы просто их пожарим. С луком. С луком. Я хочу попробовать просто какие они на вкус. Вот ни разу не пробовал. Вкусные нет. Я тоже не пробовала. Ну. Давай их горячий кипятком. Сейчас нужно снять шкурку. Сейчас зальем горячий. Вот видишь, у них от них какие-то. Это, вроде бы я и помыл уже, а все равно, видишь, какая-то. Что-то непонятно. Принеси лучок. Сейчас я его нарезаю. Надо паукойцами. Если так резать, так мало его получится. А так это... Так как хочешь. Что надо, чтобы постояло немного, да? Угу. Они, видишь, свет меняет. Ну, я и так их горячей водой мыл. Видишь, вода темнеет. Я когда мыл, они и то... Вон какая-то, смотри. Бяка, да, что-то мне это уже не хочется. Просто на этих гребешках, наверное, много грязи. Видишь, вон он там. Сейчас мы кожу снимем. И что там останется? Останется что-нибудь вообще, чтобы пожарить-то? Так, лучок готов. Вот так вот кожицу сейчас уберем. О, перестаралась. Мне кажется, они должны как хрящики быть такие, да? Угу. Они есть как хрящики. Ну, а я вот люблю хрящики. Может, сразу на сковородку? Именно помыть. Нет, еще и надо. Помыть их надо. Давай тарелочку еще. У нас эксперимент. Блюдо из гребешков. Мини-блюдо на дегустацию. Я ни разу тоже не ел. А мы раньше почему-то постоянно выбрасывали. А вот бабушки тоже не выбрасывали я никогда, я вот помню. Что-то делала здесь? Да, они что-то делали тоже. А ты что, не пробовала? А вот не помню даже. Еще раз промоем потом. Угу. В чистой воде. Что, можно на сковородку ставить еще рано? Маленькие, большие. Как отрезал? Ну, у нас там одни курицы остались. А у них так нету? Ну, у них там маленькие совсем. Их меньше вот этого еще. Ну. Я хочу одну курицу оставить. Посмотреть, будет ли нестись яйца, да? Да. Да, эксперимента. Смотрим. А что вы там такое творите? А они потому что все пропустили сегодня. Дома просидели. Все животные. Нет, он этот пухлик с нами ходил. И Ёшка был. И Ёшка под конец только пришел. Он спал. Нет, он ушел потом. Че? Конечно, тут на зубок только получится. Это, наверное, самый большой был. Угу. Ну. Знаешь, на какого-то зверя походит. На динозавра такого. Точно. Итак, гребешки мы почистили, промыли еще раз. Уже поставили сковородку. Включили газ. Сейчас нагреется. Можно уже спускать, да? Масло выпить. Можешь убавить немного. Да, нормально. Так. Вот. Где это? Палка-мешалка. Вот.
Мы их даже не стали разрезать, потому что они маленькие. Это от бройлеров же. Так, что, лук, наверное, бросать? Надо убавить, наверное, точно. Ой-ой-ой, что-то. Так, убавляем. Вода попала. Лучок бросить, да? Не пусто вяжется. Что она так стреляет? Охренеть. Убавляй еще. Еще убавить. Как есть креветка на сковородке, а у нас гребешок на сковородке. Блин, почернели так. Неаппетитно совсем. Да? Ты будешь пробовать? Нет. А что? Давай. Вот рано еще, пускай пожарится. А, посолить же надо, точно. Че ты хочешь, еще приправу какую-то? Ё-моё. Они сами взрываются так. Это я все придумал, я. Херня ремаюсь, да. Это что такое? Чеснок. А, чесночок. Ой, много, наверное. Соли. Или что вместе с этим, с луком, наверное, соль. Давай лук тогда. Пошел. Конечно, лука. А вообще, значит, добавляют сюда грибы. Потом еще какую-то фигню. Хватит? Траву какую-то, приправу, да. Потом можно хмели, сунели или как он добавить. Где-то есть там, да? Не, ну это когда полностью рецептом. И делают на масле, на этом сливочном масле, потом сметану добавляют. Но у нас их мало, раз мы просто решили, ну, на вкус попробовать что-то такое. Не стали мы заморачиваться. Так, все есть. В интернете найдете рецепт, кому интересно. Это если кто только в деревне живет. А их продают, гребешки? Да. А, продают? Да. А, точно, продают же гребешки. Продают. Ну, кто-то, значит, делает. Кому-то нравится. Сейчас мы попробуем тоже. Ну, запах от лука, да, вкусный. Угу, от лука, да. Ждем. Потом будет дегустация. Васина. Вот такое вот у нас получается. Ты уже тарелку готовишь? Баночка. Мы же забыли похвастаться-то. Все. Наконец-то купили Маше, ну не Маше, только нам всем стиральную эту машинку, вот такую. Нравится? Вот такую стиральную машину будем покупать. Хотели Hot Points, но на 8 килограмм нет таких моделей. Сушилка автоматическая здесь. Сушит она еще одежду. Будешь стирать на стиральной машинке. Сразу же будет сушить. Машинка, шушка. Машинка стиральная на 8 килограмм. И пьешь шушка. Сушить можно, да. Мы уже пробовали, рассказывай, что как. Нормально. Вообще понравилось, да? Как сушит. Я вчера, позавчера, или позавчера, я уже не помню. Ладно, я по первости ее просто не могла в ней разобраться, а потом разобралась. Когда на сушку, я ставлю стирка и сушка на 1 час. Вот так вот ставлю. Сейчас покажем даже. Ставлю вот на 1 час, ставлю температуру вот здесь. А, здесь выставляется температура. Под 40. Можно 20, можно 40. И первый раз на 20 делала, да? Она, да, влажная получилась. Она влажная. А потом я уже вот смотрите, куртки стирала. Угу. Что-то это замарал, надо выстирать. И
поставила на 40 градусов, и оно сразу сухое было. Так, надо посмотреть. Ох, не попало хоть? Нифига он взорвал. Нифига он стреляет. Это они так, что ли? О, вон он, да, подпрыгивает, смотри как. Но они стреляют, нифига. Угу. Все. Пережарился немножко лучок. Только лучок вкусно пахнет. И получается у нас мы ставим вот на час, вот сюда вот так. Можно стирка-сушка. Это будет длиться у нас 7 часов. Тут смешная стирка, потом... Смешная? Смешанная стирка. Смешанная стирка. Ладно, что ты рассказываешь? Просто что, почему вот такую большую мы машинку выбрали? У нас всегда большие, и в Краснодарском крае тоже большая, на, там вообще на 9 килограмм. На 9. Потому что вот в этой машинке можно стирать и куртки, и там пуховики, и пледы большие. Вот когда она... у нас плед большой есть, вот у нас на койке лежит он, его в маленькой машинке не выстирать. На кровати. Да. Угу. Потому что он большой и толстый, плотный, да. Тяжелый. Вот поэтому мы всегда покупаем такие. У него барабан большой. Он вообще объемный. Оригинальный цвет. Обычно стиральные машины белого цвета. Белая еще. Ну, а здесь он, ну, хорошо. Серебряный. Хорошо вписалась так в кухню. Но мы ее когда первый раз занесли, поставили, нам показалось, что она огромная. А. Он на кухне. Ну так-то тяжелая. Сколько она? 60 килограмм? 79 где-то. 79, ну. Здесь пришлось тумбу переделывать, потому что так, ну, поуже была, маленькая стояла, машинка, да. Маленькая стояла. И вот эта тумба была чуть покороче. Пришлось ее удлинить, и все. Вот так вот сейчас хорошо стоит. Стирает нормально, мне нравится. Я закинула, пошла что-то другое делать. И за одним купили, не было у нас микроволновой печи, купили микроволновую печь этой же фирмы. Как и морозилка. А, морозилка, да, тоже у нас. У нас сколько все под одном будет. Вон. Хотели поставить вот сюда, но здесь стоит планетарный миксер. Постоянно делаем масло здесь, там тесто заводит Маша. И я говорю, вот что тут пустует место? Сделал полочку. Мы и... вытяжку отсюда убрали еще, кто много писал. Все, вы уберите, уберите это. Да. И она хорошо сюда вписалась. Вот, раз открыл, поставил. Все. Раз, что нужно быстро подогреть. Да. Подогреть. Конечно, готовить в микроволновке никогда не готовим, а подогреть что-то, то нужно. На скорую руку. Угу. Быстро подогрел. Ну что, приступим к дегустации. Угу. Пойдем за стол. Ты будешь? Ты. Ну ладно, моя идея, начну и пробовать. Ну, за одни хрящик. Я даже не знаю, нормально. На вкус. Не могу понять. Типа, не знаю даже, что такое. Да? Не холодец. Да, кстати, что-то на холодец похоже. А. Да? Нормально. Вообще нормально, вкусно. Угу. Ладно, бы туда еще грибов бы, все. Да, с грибами бы вообще бы классно получилось. Их бы много было бы, а кого их 5 штучек всего? Да, поэтому решили просто попробовать, вообще вкусно. Значит, в следующий раз мы не будем грибышки выбрасывать. Но там от куриц некого водить, грибышков мало, они мелкие. Ну вот так вот, знаете, кто если выбрасывал грибышки, вкусное вообще, деликатес. Можно сметанкой поесть. Можно, да. А сейчас Маша пойдет смотреть корову, как раз вам покажет, где она сейчас у нас пасется. Все вам расскажет. Тоже пойдешь? Ну давай. Сейчас покажу вам, где наша ходит Майка. Тут травка тоже подрастает. Она вечером, когда домой идет, она на целых, может, 2 часа тут остановится и ест, и ест, и ест, все ходит. Ну, которую я ее тут вот недавно привязывала, чтобы он тут была просто. Большая была, она съела. Сейчас покажем, где она. Она лежит. С
спроси ему у соседей, у бабушки там. Огород у них стоит просто так. Вон она лежит. И мы спросили, еще можно кого выгонять? Нет, у них тут трава очень большая. Вот она. Вон она лежит. Мы, наверное, не пойдем к ней туда. И вот она у нас вот здесь привязана. Ходит на ёвке. Ёвка у нее большая. И вот все, она вот здесь вот все съела уже. Вот так пошла, и он лежит, пояживает. Вот, спокойно ходит. Воды Вася ей притащит, напоит. И она отдыхает, покушает и дальше ходит. Все, пойдем. Пусть она лежит. Вот так. Вот такие вот у нас дела. Все спокойно ходит, похаживает. Вот сюда вечером приходит, тут кушает. Тут у нас сидят тыквы. Вот здесь. Вон какие маленькие еще зародыши. Но нынче что-то тыква мало. Маленькие, как арбузики какие-то. Это тыква, Матвейка. Маленькая. Она стала. Сейчас мы тогда к ней подойдем. Но вот здесь вот. Вот здесь побольше вот тыквы. Вот они такие. Может, сейчас дождик пошел, тепло пойдет и пойдут. Мы ее разбудили. Вот здесь она у нас спасется, ходит. Все. Травку, видите, жует все. Ты только близко не подходи к ней. Вот у нее такое большое поле, где она гуляет, ходит у нас. Привязана, все, ну ходит, похаживает. О, она к нам идет. Давай, отходи. Она воду даже не выпила. Вот она. Вот она. Пей водичку. Не хочешь? Как твои дела? Мы тебя разбудили, да? Ты езжала, а мы ее разбудили. Вот такое поле похаживает. Большое, да? Так, все, у нее там не запуталось. Ничего. Вот, здесь похаживает. Что мы с Васей сделали? Тихонько. Только. Васильковца. Хорошая, хорошая Майка. Дамочка хорошая. Все, пусть она отдыхает. Пусть травку кушает, а мы пойдем. Отдыхала. Отдыхала, да. А мы ее подняли, да? И вот у нее вот пространство большое, чтобы где гулять и ходить. Ну и там, кстати, у нас тоже в огороде большое же, то она тоже и там ходит, и здесь вот она утром идет, она травку подсыпает, это шипит, все, выедает. Все она вечером, утром она, я ей делаю яблоки, картошку, дубленку. Вот, все, она все перемешку, и она все съедает. Что? Кого? Маленькую? Видела. Пойдем. Недолго растут. Картошка у нас. Дождик пошел, хорошо. Груши вон какие, смотрите, большие уже стали. О, какие большие. Сколько поспеют. Лук я вырезала. Мы с Васей снимаем, потом покажем вам. Потому что, ладно, успею до дождей еще выкопать его. Еще дожди пошли, а то так бы совсем изгнил. Что у нас вот? Свекла, морковка. Вот, сколько луку изгнило. Вот такой даже вот изгнил лук. Большой. Все, свекла вот сидит. Хорошая. Вот такая вот, смотрите. Я хочу боксы, наверное, свои. Капуста такая небольшая. Перец. Баклажаны, смотрите, уже нашли. Вон. Тут перчик. Начался. О, на. Сейчас тепло пойдет. Это пойдет. Тут чем гигантский. Вот здесь большущий. Это мы повдирая лук, траву с ним все. Вот осталось.
Тут все, морковка вот сидит. Морковка, почему? О, Крякса что-то тут делает. Ты что тут делаешь? Идет, идет. Ты что тут делаешь? Ты что тут делала? Тут у меня кабачки сидят. Тоже хочу икру сделать, еще что-нибудь. Там и цепь мне присылали. Хочу тоже так же поделать. Вот огурчики уже, надо их собрать. А то перерастут обратно и будет обратно не то. Вон уже перерос один. Ладно, на еду пойдет. А? Сейчас покажу вам наших поросят. Где они? Вот она, щенка бегает. Она все-все. Вот мы ей вот эту тарелочку даю, ей еду утром, в обед и вечером. С молочком все. И она вот так роет, как большая свинья. Она к нему вот сюда подкоп сделала. И туда хоп, к нему залазит. Вот, смотрите, сейчас заездит к нему. Вот так. Вот и все. И она у него. Вот они подружились вместе с Шибайсом. У них там сухо, хорошо, там у них сено постелено, все, все, живут дружно вместе, все, не дерутся, не бьет он ее. Только он ей, когда вот их только начинает сесть давать, он начинает ее бить, отгонять ее. Я ей потом туда еще наваживаю, и она убегает на свое место и кушает там, да? Живут, все хорошо, нормально, все. До вечера сейчас, вечером потом их накормим. Напоим и все. Крякса. Что-то нюхала, да? Крякса. Пойдем, 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 пойдем. Давайте погладить ее, чтобы погладить ее, она гладит. Мы любим. Ой, ты какая. Коровка ушла гулять. Туда пошла на свое место. Тут немножко вам всего показала. Пойдемте туда посмотрим. Здесь у нас такие яблочки уже. Много-много. Вон нападало уже. Мы с полу собираем коровьи, поросятам, курицам, вещикам. Еще трещом. Такие вот, смотрите. Вот. Красные. Помидоры покраснее. Надо собирать будет. Работы хватает, сказать. Очень много. О, красавцы какие сидят. Ладно, всем пока. До новых встреч.